Всем привет, с вами Ирина. И сегодня прекрасный солнечный день. И у меня расцвела прекрасная солнечная орхидея. Милые девушки, женщины, я вас поздравляю с 8 марта. Желаю вам всего-всего самого доброго, самого прекрасного, прекрасных мгновений в вашей жизни. Не только по праздникам, но и каждый день. Также меня порадовал мой попугайчик. Он распустился на 8 марта. Все у нас хорошо, ни один ни бутончик, ничего не засушил. Все бутончики раскрылись. Вот. Так что да, очень жарко, классный день. Я благодарна вам, что вы со мной. Вот, поддерживайте меня и добрым словом, и советом. Желаю вам всего-всего самого доброго. Ника! Ника! Хватит трогать орхидею! Хватит! Мы прощаемся с вами и до новых встреч! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Чудесного вам, счастливого 8 марта! Хорошего настроения, улыбок, тепла, понимания, любви от близких. А мы с Никой пошли делать праздничный ужин. Пока-пока!